Всем привет! Друзья, всем добрый день. У нас день начинается с того же самого. Мы начинаем делать удаленные домашние задания. Это прям трешак какой-то. Сегодня еще, правда, нам идти на вечеринку по поводу Хэллоуина. У них будет в Дворце Пионеров. Это будет последнее, наверное, развлечение в этом месяц у них, потому что все закрывается на... Потому что карантин. Не карантин, а каникул. Коронавирус. Бедные дети уже даже запомнили. Я сижу вышиваю, на улице печаль печальная, все желтое, все какое-то мрачное. И вот мы занимаемся... Ой... Надо еще гладить. У меня обычно воскресные занятия гладить. И я хочу еще сходить переподкрыть ногти. У меня что-то пооблез топ так быстро. И договорилась с мастером, что она мне их переподкроет. И вот так вот будет день проходить. Посмотрим. Ой, ребята, мы вышли, в общем, из дома на английский. Василиса с кальсоном, с таким, с хэллоуинским. Это я тренируюсь на ней делать косы. Вот такая... Вот такая штука, короче, получается. Пошли, зеленый! Да. Так что она вот с таким причесоном. Идем. Сегодня у них мастер-класс будет какой-то, да, и праздник, посвященный Хэллоуин. Поэтому мы в костюме. Не пойми кого. Но Василиса говорит, что это летучая мышь. Нарядились. Итак, оставила Василису в общем дворце. У них сегодня мастер-класс. Они будут делать из бархата какую-то поделку, тыкву с какими-то элементами, с какими-то тыквами. В общем, такое что-то праздничное. Все пришли наряженные, все красивые, все замечательно, что родители так позитивно, мне кажется, вообще относятся к этому всему. Поэтому, да, у детей сегодня праздник. У нас очень хорошая погода, ветрено, но тепло. И так комфортно. То есть я так погулять вышла, потому что сидеть там в помещении не хочется. А так очень приятно. У нас посредине зала открылся новый филиал дома. Ку-ку. Смотрите, как там круто. Василиса построила себе дом. И там сидит. А что ты будешь там делать? Буду сидеть. Просто сидеть? И спать. А, ну ладно, спокойной ночи. Спокойной ночи. Вот такая расчесочка. Штучка. Так. Берем штучку. Та-дам! Василиса снова делает уроки. Вспоминает алфавит. Да, Василиса? Да, но немного позабыла. Уф. Ты же говоришь правильно что-то. Вот так. Да, чтобы сделать вот это задание, нам нужно написать алфавит. Ф. Очень странные вороны, короче, прилетели и сели на самые верхние ветки, такие толстые, и сидят почему-то там. Там вот они сидят на дереве, а эти прям на самые верхние сидят. Их шатает так, бедных. О, еще одна летит. О! Прикол. Что это за вороны такие толстые и сидят на ветках? Ага, точно. Извините, я взяла на камеру Маруси. Я тут чешу Марусю, а Марусе нравится. Нравится, нравится. Да, кисунь. Да, кисунь. Да, кисунь. Да, кисунь. Это мой дом. Мой дом. Я здесь буду жить. М? Ладно, я сделала уроки. Так, поглажу, поглажу, поглажу. Ребят, мы вышли, короче, пройтись в магазин Фикс Прайс. В общем, магазины же не работают. Мы, в общем, пошли в Фикс Прайс. Надо купить Василисе. Марусе корм. Она ест этот One мягкий. Там он по 18 рублей.
пятаке он по 30. Поэтому мы за Уаном. А Василиса тут горе. Она проглотила жвачку. И едет и плачет. Она на самокате. Потому что боится, что заболит живот. На что я ей сказала, что надо съесть много супа, чтобы живот не заболел. Поэтому мы придем домой, будем есть суп. Погода у нас шепчет. То дождь, то не дождь. Сейчас нет, но облака очень такие низкие. В общем, уже поздняя-поздняя, совсем осень. Не люблю такую погоду. Вон Василиса. Расстроена в чувствах ребенок. Вообще, на самом деле, эти все удаленные истории. Вот у нас были каникулы. Сейчас с понедельника мы выходим все-таки в школу. Младшие классы нам откроют школу. Мы будем ходить. А другим ребятам продлевают каникулы еще на неделю. Не знаю. Мне кажется, такая глупость. Уже отпустили бы ситуацию, люди бы жили бы обычной жизнью. Заболевали бы, вылечивались. Зачем это все? Короче, непонятно. Я хотела сумку себе купить, пошла в мельницу. У нас торговый центр. Там понравилась очень сумка, хотела посмотреть ее. Помню, что она там есть. Захожу в мельницу, работает кар и детский мир. Все. Остальное все закрыто. Поэтому мы... О, дяденька работает. Фиксы. Вырасти новогоднюю ель. Прикольно. Это интересная штучка. Возьмем. Все, взяли гнома такого. Я на него давно смотрела, пусть будет. В общем, вышли из Фикс Прайс, опять набрали на 1500. Там появились какие-то... Вот вообще очень много всяких новинок. Я за ними, конечно же, уже не успеваю, не стараюсь даже. Но пока что купили одного гномика, который мне очень понравился еще в прошлый раз. Я думаю, если я его не куплю, я буду очень жалеть. И Василисе купили вот такой вот набор для творчества, и елку вырастить, и фломастеры со стержнем, кисточкой. Очень интересно, таких у нас не было. В общем, дом покажем. Итак, ребята, мы вчера купили вот этот «Посади новогоднюю ель» в фикс-прайсе. А в чем суть? В общем, в стаканчике лежит вот такой грунт, семечки, инструкция и предсказание, которое я не могу найти, потому что Василиса куда-то его заныкала. Я никуда не заныкала. Ага. Так, значит, написано замочить семена прохладной водой на 24-48 часов. Мы замочили. И залейте трофяные таблетки водой. Убедитесь, что они растворились. Они не растворились. Так. Значит, мы сейчас их зальем. И посмотрим, что получится. Хотя, наверное, надо завтра заливать. Раз. Ты специально шумишь? Извини. Чтобы, короче... Завтра зальем, а послезавтра посадим. Наверное, так. В общем, интересная задумка. Посмотрим, будет ли у нас получаться. И тут надо накрыть ее пленкой и проветривать каждые сутки. Ну, посмотрим. В общем, пока на окно. Пили вот такого гнома. Блин, он мне так понравился, что я решила, что он необходим. Вот смотрите, какой классный. Да, купили Василисе вот такой шар папье. Она будет делать игрушку. Сама выбрала, сказала, буду делать. Ну, в общем, бога ради, делай. И то, что мы с утра уже начинали делать, я вам показывала. Вот такой вот елка. Тут, короче, внутри набора семечки. И вот такая штука. В общем, ее надо размочить водой и посадить туда семечки. Якобы вырастет елочка. Не знаю, посмотрим, как это будет происходить. Но идея интересная, потому что, в принципе, все новогоднее у нас есть, очень много всего, и что-то по чуть-чуть докупается, но не сильно много. У меня, кстати, тут вот этот цветок надо воды долить, пока вспомнила. А то он тоже... Я его подруги взяла. В итоге не могу посадить уже 100 лет. Пусть он, в общем, пока еще питается водой. Тогда уже на следующих выходных. Хэллоуин еще не убирали, но Хэллоуин у нас традиционно убирается тогда, когда
наряжается Новый год, поэтому это не страшно. По традиции также мы покупаем в фикс-прайсе вот эти календарики на декабрь, то есть с 1 по 25 декабря мы открываем тут окошки, и получаются такие маленькие шоколадные конфеты, Василиса любит. Так что да, уже так вот к декабрю готовимся потихонечку. Еще купили вчера Василисе вот такие фломастеры, которые в фикс-прайсе, их, кстати, больше нигде нету, с стержнями-кистями. Очень крутые. Василиса, открой мне, пожалуйста. Я открою. Ну, у меня есть такой. Да, вы смотрите, как пишет. Он пишет очень мягко. Не-не, пишет. Можно? Не пишет. Вот видите? Ну, реально, как кисточка. Круто, мне нравится. Василиса тут смотрит, он Джерри. Да, тут 24 или 26 цветов. 22 цвета. Ну, в общем, крутая вещь. Если вот у вас ребенок любит рисовать, обратите внимание. Василиса тут прикалывается сейчас. Выбираем Василисе подарок на Новый год. Она хочет вот таких вот товарищей. Вот эта штука стоит 3000. И вот есть еще такой набор. Поменьше. Сами персонажи, но они, он как бы считается подешевле, что ли, не знаю. Но тут типа у них светится что-то, а там вообще ничего не светится. Вот так вот он выглядит, большой. Маленький. Минусом у этих тканевые крылья, которые вот как мы видим выдираются. Ну, а эти, в общем-то, поменьше. Не знаю. Вот этот мне понравился. Я сейчас все сломаю, где диски не видят. Этот большой. У них ручки не открываются. Нам сегодня прислали расписание уроков. Совершенно огромное. Поэтому я хочу купить расписание, но я не уверена, что оно тут есть, чтобы написать. Ну, нету. Сейчас спросим. Кто ищет, тот всегда найдет. Расписание уроков я нашла. Стоит оно 13 рублей. У нас уже поздний вечер. Сейчас зайду бургер возьму гостинцев. Ну и в общем я запомнила расписание. Вот так оно выглядит на этот год. Ужас.